Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Глеб, и сегодня мы продолжаем прохождение игры The Walking Dead Season 2. Не-не-не, это мне напоминает, как вот с этим, с пультом было в первом сезоне. Что ж такое, а? Ну, вряд ли нам... А! Может, у них что-то есть, а? Что ты думаешь? О, да! Так, если мы его... Just like moths to a flame. Во-во-во. В общем, мы его сейчас, короче, на эту сигналку посадим. Да я просто гений. И не более. Если мы его, конечно, полностью вырубили, то отлично все будет. Так. О, замечательно. Это работает. Ну, работает, а вы что будете делать? Это толку, если вы не спрячетесь, не будет никакого вот этого толку. Давай. А, ну хотя бы баррикады сдерживает, это радует. Но могло быть так, что в хаосе кто-нибудь сейчас есть. А это кто? Сейчас закажет, что это ее сестра. Вот это будет вообще про... Сзади! Клем! Так, колено. Alright. Ее вырубили. Пошли. Вот дерьмо, пора двигаться. Пора. Вот именно что. Закрыто. Попробуй что-нибудь еще. Пожалуйста, пошли. Так. Используй мускулы там, я не знаю. И просто хрясни там, я не знаю. Торопись. Прям как румынский спецназ какой-то. Давай, заходим. Фу, это было слишком напряженно. Так, надо перекрыть. Быстрее. Да быстро, быстро, быстро. Что-то как-то это не быстро было. Икс. Сара, пожалуйста. Кто там? Люк. Клем? Клем? О, господи. Спасибо. А Ник? Он просто пытался убежать, поискать помощи. Я видел его снаружи. Послушай, нам нужно выбираться отсюда. Но... А, то есть он не смог, в общем, выжить, но мы позаботимся о нем. Блин! Блин! Люк, а где Сара? Ай, я не знаю, что думать о ней. А что случилось? Ну, отца же грохнули. Вы должны помочь. Ну да, там же отца грохнули, конечно. Сара, послушай, это Клем. Она тебе кое-что скажет, все будет блядь. А чего это скажет? А чё я сразу? Сара, come on, we have to go now. What's she doing? Что она делает? Можешь встать? I don't know what to do. I can't snap her out of it. Okay, I tried to carry her, but I guess Carver messed me up pretty good back there. I don't know. It was just after Carlos, she just lost it. Started running through the woods like a maniac. I chased her for I don't know how long, and then while she saw this mobile home, made a beeline right for it. I'm just glad y'all are here. We're not out of the woods yet. What are we gonna do about her? Так что нам нужно делать? Не надо, maybe she'll listen to me. We gotta do something. Maybe she'll listen to me. Может, она послушает меня? Maybe. Может быть. Listen, но... Слушай, я. They're gonna tear this place open pretty soon. We can't. Это место скоро развалится, мы не можем остаться здесь. В общем. Либо мы свалим, либо нет. Мы должны попробовать. Клем? Клем. Опять мой выбор. Нет, нету выбора. Сара, это я. Ну да, она в неадеквате сейчас, похоже. Hi. Привет. А, и все, что ли? Я бы обнял ее, ну ладно. Now I want to help you. Ты мне помогал, когда мы впервые встретились, теперь я хочу помочь тебе. На это выбрать вариант. Может, тебе и кажется, что ты одна, но это не так. Yes, I am. Нет, я одна. А что насчет Люка, или Джейн, или меня? Мы пришли это, потому что это ты. Ты часть нашей группы, нашей семьи сейчас. Да ты чё творишь, а? О,
Ну да ладно. Вот дерьмо, мы окружены. Что? А что насчет... О-о-о. Клем. У нас нет времени. Клем. Джейн может быть права. Когда все это началось, я встретил моего друга Ли. Он пытался помочь мне и найти моих родителей. Он защищал меня, но... Как никто другой в моей жизни. Он умер, но спас меня. И я была так же испугана, как ты. Но ты все еще здесь. Потому что это сделало меня сильной. Может, я и была напугана, но... Это все потому, что он хотел, чтобы я была жива. И твой отец защищал тебя, потому что он хочет, чтобы ты была жива. Ну, логично. Действительно. Очки возьми свои. Ох, господи, да, очки, конечно, там просто holy shit. О! Так, вперед! В окно! А, подожди, а что с тобой? Ясно. Ай, проклятие! Что там? А, мои ребра. О, понятно. В общем, придерживай дверь, я им помогу. Клем? Так, попробуй что-нибудь найти. А что найти? Во! Можем использовать это? Это недостаточно. Окей, холодильник. Забудь. Он слишком тяжелый. Найди что-нибудь другое. А можем это использовать? Да, это может сработать. Да, но... О, дерьмо. Да, тут будет тяжело немного. Окей, готовы? На счет три. Раз, два, три! Так, Не любитель я перевозок. Мне еще кажется, что сейчас это окно проломаю, то прям к этой полезут мелкой. Ой, ну почти. Клем, помоги! Так, Крис! Так, иди! Продолжай двигать. А, точнее, толкать, ну, смысл-то один и тот же. Блин, тут еще за мной ползут. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Походу, Джейн, все. Либо нет, подождите. А, нет, с ним все в порядке. Фу. А ты уже думал, сейчас очередная смерть. Люк, ты первый. Нам нужно, чтобы ты был наверху. А что с ним случилось-то, я не понял. Так, давай, залазь. Сара, нам нужно сваливать, ты слышишь? Я не могу. Да я что тебе твердил? Сейчас, Клем. Если она не хочет ходить, ну мы не можем ее, в общем, таскать. Так что давай, не можем рисковать, не сейчас. Все. Нет, Икс. Сара, подумай о том, что ты делаешь. Ты не можешь спасти Клем. Мы должны уходить. Поверь мне. Я знаю насчет всего этого. Поторапливайтесь. На! Двигай! Может, нельзя было бить, но... Другого варианта нету. Так всегда, кстати, срабатывает в большинстве случаев. А! Ее же укусит сейчас этот вот. Он давно на нее там запал. Я помню. А нет. Фу. Что-то слишком как-то неправдоподобно, ну ладно. Сара, пошли. Ну, я помню, что где-то читал, что даже если вот утопающий начинает там все буйно вести, надо его хряснуть, чтобы он там резко охренел, и его можно было еще вытащить. А то иначе он будет болтухаться, и ты его фиг спасешь. Вот так же, наверное, и с Сарой. Да, тяжело было принимать решение за секунды, причем... Ну, не знаю. Не подумав, немного тяжело. Окей. Ладно, я не люблю спрашивать это, но... Далеко ли еще? Не так далеко. Так. Пожалуйста, Сара. Ты должна попробовать. Иначе все будет нехорошо. Люди не хотят помочь тебе, если ты не будешь пытаться, но... Я не в порядке. Просто попытайся. Ты слышишь? Я просто нужен немного времени, Клем. Оставь ее ненадолго. Ну, так-то да. Может, и я тут тоже немного не прав. Я знаю насчет этого. Точнее, я не знаю насчет этого. Там было не знаю.
Если так будет продолжаться, она будет создавать нам проблемы. А что случилось там? Там ты была готова помочь, но что-то изменилось. Слушай, я просто видел ситуацию похожую. Так, понятно. Но это не значит, что ты на моей стороне. О, слушай, я имею в виду Клем. То есть она могла оставить нас. Я не могла. И все потому, что... В общем, поверь мне. Я пытаюсь спасти Джейми тоже, но... Но она сдалась. То есть у нее была тоже похожая ситуация, я так понял. Люк, а ты что скажешь? Я не могу просто поверить. As soon as you guys said go, I was the first one up on the roof. Like I had already made up my mind. Luke, you can't let it eat away at you. Well, I can't forget it. Слушай, я не могу это забыть. I dragged my sister across four states. And every morning she'd say she wasn't getting up. Я тащил через 4 штата. И каждое утро, когда она вставала, я всегда давил на нее и старалась заботиться о ней как могла. Но спустя время ходячие пробрались к нам. Первые на крыше. И когда они приблизились, я не могла заставить ее прыгнуть. Не могла бросить. Я пыталась попробовать что-то еще. Я пыталась сказать ей, что нужна, и оставила. Джейн. Мне правда жаль. Но просто не надо было. Просто мне кажется, что лишний вопрос не стоит. Это убило меня на какое-то время, но в конце концов я... В общем, я думаю, что она хотела бы, чтобы я ушла. Джейн? Сара такой же... Да. Я думаю, она не права. Сара — это разные люди. Мы не должны поступать все в точности. Люди не меняются. Ну, тоже тут немного есть доля правды, но не совсем. Ладно, давайте-ка вернемся к твоим друзьям. Трудный эпизод немного. В плане событий уже два человека. Йоу. Son of a bitch. You found him. Вот дерьмо. Вы нашлись. Yeah, I'm a little amazed myself. Да. Можешь себе представить. Расскажите правду. Clem and Jane, well, I don't know what would have happened. Если бы не Клем и Джейн, то я не знаю, как мы продержались. Сара. Сара. Как ты, дорогуша? Ты чё? Все в порядке, дорогуша. Может, ты не готов, но мы рады, что ты здесь. Ну, подождите, а где Ник? Ребекка, можем отойти на минутку? Дай ему минутку пространства. Я думаю, ему нужно поговорить. Действительно, Так. В общем, ребенок, возможно, родится скоро, и... Кто-нибудь вообще из вас знает? Кенни была семья. Он может помочь. Ну, конечно. А где он? Кенни! Она же... Он пошел туда, как ты ушла. Ему нужно минутку, чтобы побыть наедине с собой. I don't think he's doing well. I've seen him like this before. Не видела раньше его таким. Вот почему я так думаю, что ты должна поговорить с ним. Я думаю, что это просто ты, если кто-то хорошо знает его, можешь поговорить только ты, Рафима. Я не хочу спрашивать у него ничего. А вот дальше не успел. В общем, короче, нас... Прям вот толкают, чтобы мы пошли к Кенни. Выглядело так, как будто мы должны сейчас вот были влететь в это ограждение. Вороны! Там вороны. Они могут привлечь внимание. Что я делаю не так?
А где он? А, вот он. Ну, привет, потеряха. Я здесь, чтобы навести тебя. Make sure you're okay. Хочу убедиться, что ты в порядке. Ты знаешь, как это... Постоянно видеть смерть. Замечательно. Да, мирно. Выглядит мирно. Все эти вещи, что со мной случились. Когда я проснулся снова, и ничего не изменилось. Я каждый день... Ладно, дай мне говорить. В общем, нет мира, нет отдыха. Почему Карфи не прикончил меня? Я ничем не могу помочь. Блин, надо было Бэ выбрать. В общем, Ребекке нужна твоя помощь. Да, я думаю, она сможет. Now, don't worry yourself about this. It's nothing. Hadn't killed me yet, anyway. Он бы не убил меня, так. Don't be stupid. It could be... Не будь глупым, она может быть... Там может быть инфекция. Что там с глазом? Well... Жопа там с глазом. Ну? Oh, thinking... О, дерьмо! Что? Что мы должны делать? Что случилось? We should see what's going on. Давай посмотрим, что там. Кровь. Тут кровь. Тут кровь. Что? Что такое? Okay? Ты в порядке? Как чувствуешь? Чувствую... О, понятно. Rebecca's что происходит? У нее отошли воды. О! То есть вот это вот... Fuck. Вот дерьмо. Это значит, что скоро придет ребенок... Ой, появится ребенок Кенни. Слава богу. Думаю, ребенок придет. Что нам делать? Ладно, ладно. Дайте мне секунду. Я думаю, что Ребекка не сможет путешествовать так. Ну-ка, спросим у Кенни, может, он знает, что делать. Что нам стоит лучше сделать сначала, Кенни? Кенни, да подойди, ты должен сосредоточиться. Да-да, извините. Так, да будьте чистой воды для начала и... Так, а бланкет, что это такое? И что вы предлагаете? Так, я думаю, музей хорошее место, чтобы начать. Хорошая идея. Так, я проверю здание на реке. Окей, тогда. Кенни, ты останься с Ребеккой. И охраняй периметр входящих. Сара? Сара? Да вот она. Ты просто останься здесь с Ребеккой и Кенни, окей? Клем. Клем. Да? I know it must have been hard, but thank you for talking to Kenny. I'd love for you to give me and Mac a hand looking at the museum, but I was thinking we know Jane ain't just gonna take off. Maybe you should go with her. Make sure she comes back. What do you mean by that? You know, she doesn't seem to like being around people much. And she volunteered to head off awful fast. I guess it could be... Так, я думаю, так. She's helped Она может быть пом... so far. Полезна нам. Yeah, no, да, но... You're right. Ты права. Возможно, это ничего just не значит. Something to think about. Просто нужно нам задуматься об этом. Ну да, она же ведет себя так немного пофигистически, я понимаю их в... Волнение, так, с кем пойти? Ладно. Я пойду с Майком и Бонни. Окей, тогда выходим. Ладно, все знают, что нужно делать. Будем быстрыми и будем осторожными. Я бы лучше, наверное, все-таки с Сарой остался, что-то... Может, не очень хорошее решение, но ладно. Ро, смысл переигрывать. Так, музей. Так, я думаю, это место здесь. О, дерьмо, оно разрушено. Но ты же не был внутри. Ну ты просто посмотри. Оно не выглядит слишком безопасным местом для ребенка. Да, но мы должны осмотреть его в любом случае. Возможно, мы сможем найти немного еды или еще чего-нибудь. Да, возможно.
Простите, просто я не думаю, что это реально сработает. Слишком тяжело и далеко. Так. Джейн показала мне хороший трюк, как можно атаковать. В общем, вырубаем на колени, и тогда... Так, хороший удар о пол. Должен их прикончить. Alright, then. Чувак, ну... Вот дерьмо! Ты чё творишь? Надо было на это колени вырубать. А, колено находится ниже ноги. Okay. Да, хорошо. То ли это он решил по-своему сделать, то... ну не знаю. Так, остерегайтесь okay. стекла. Я не удивлюсь, если там кто-то будет внутри. Надеюсь, тут это место покинули. Но мы будем быстрыми. Надо было все-таки выбирать это. Так, ну, в общем, давайте осмотрим. Не хочу вернуться пустыми руками. Так, ну мы стекло обходим. Нет, стекло не получается обойти. Так. Ладно, посмотрим, что у нас тут. Пушка. Как думаете, работает? Но будет очень громко. Да, хорошее замечание. Ну да, можно, типа он там предлагал проверить. Понятное дело, что это много шума. Гражданское это, военное пальто, отлично. Эй, посмотрите на это, похоже на старое пальто. Отлично, хорошая находка, Клем. Ты хочешь ее? Это очень мило с стороны Клем, но, возможно, понадобится Ребекке. Я думаю, что вы уже получили тот старый код, который я дал вам. Я чувствую себя так плохо из-за всего, что произошло. Надеюсь, вы всегда думаете о мне так. Не то, что я виню вас, если вы сделали. Я не всегда использовал лучшее суждение. Кажется, что вы с нами сейчас. Похоже, что ты все-таки с нами. И это важно. Клем нашел жакет. Клем нашел жакет. Это замечательно, но он серый. We can't put Rebecca in a Confederate coat. Oh, I didn't even think about that. Guess it's better than nothing, though. Типа это лучше, чем ничего сейчас. Я не понял прикол с серым, если честно. Может быть, либо я перевел для себя даже криво, либо чё, но. Lee would have loved this place. Ли любил это место? Или что он, она имела в виду? Ну, сюда бы забрался. Продолжаем? Точнее, нет, блин, не продолжаем. Ну, господи, как я надоел это делать. No, I wanted to. Never mind. Мы еще не все обыскали. Вот еще... Это что? Стоп, а что это? А, это кулер для воды. Ну да, вода нам пригодится. Хотя он, наверное, пустил. Опа, я уже вижу. Стой, не иди. Внутри вроде как есть. Так, бокс. Я бы в бокс руку не сувал, вдруг там голова ходячего. А они еще даже... Так. Broken glass. Ой, не-не-не, брось. Ладно. Я говорил тебе. Так. Да. Over here. Здесь. Water. Вода. Bottled and clean. That's just what we need. Чистая. То, что надо. В бутылке, точнее, не чистая. Стой. Закрыто. You wanna kick it down? Хочешь выбить? Это будет ужасно, если будет много шума. Да, возможно. You know, if somebody was small, нужен кто-нибудь мелкий, кто сможет проскользнуть. Ну, конечно же, я пойду. Спасибо, Клем. Просто открой дверь с той стороны, Майкл возьмет вещи. А что? Что? Что-то сохранение мне не нравится, значит, сейчас определенно что-то произойдет.
Я застряла. Окей, может я... Я так и знал, Честное слово. Я так и знал, что сейчас будет какая-то фигня. Понятно, уже по-тихому выйти не получится. Ты что творишь? Убей его. Все. Ни хрена. Ну, такое случается. Спасибо, Майк. Да. Да не за что. Не извини насчет этого времени. Нужно быть более осторожными. Да ладно, не всегда. Если что, мы можем вернуться. Так, я проверю другие комнаты. Давай возьмем эту воду. Боюсь, она не сможет поднять. А может, и сможет. Ну, просто она для нее что-то немного неподъемная, мне кажется. Ну, если подумать. Эй. Да, я возьму. Нифига ты мускулистый. Ладно, тогда мы его прикрывать должны будем, получается. Выглядит действительно тяжелым. Ну, да, не, все нормально. I know it looks like a lot, but we could all go through this pretty quick. Так. Carver was crazy. Так. Да. You're right. Ты прав. I thought it looked like so much. That baby's gonna be hard on everyone. Да, с ребенком будет тяжело какое-то время, особенно Ребекке. She's not looking too good. Hey, guys. Эй, ребят. Что такое? Слушайте, она шепотом говорит. Слушай, ну давай держаться ближе. Енот. Разгулял здесь. Смотрите-ка, это может быть хорошая еда. Ты хочешь есть енота? Я не думаю, что это. Не, я, конечно, рад съесть енота. Но... Да, я голоден. Вот дерьмо, не дайте ему уйти. Да ладно, вы чё? Где он? Вот здесь. Блин. Нет, не делай этого. Вот дерьмо. Ой, она не могла этого сказать. Не, не стреляйте. Нет, мы приучим ходячих. Вот она чё. И вы хотите все еще его убить? Да, я не был так голоден, как сейчас. Хорошо, что мы этого не сделали, у них была семья, да. Я рад тоже. Ладно, давайте вернемся к Ребекке и другим. Так, нельзя терять времени. Фу, неужто без происшествий все обойдется, и мы донесем воду? Ну, хоть что. Эй, смотрите-ка, сюрприз! I'm not supposed to be in labor yet, Kenny. What if something's wrong? Nothing's wrong. Babies know how to be born. How long did Ребенку нужно родить. How you doing, Beck? Как вы? Okay. В порядке, я в порядке. How did you guys make out? Как вы? All glass walls shattered. It'd be impossible. Да, было невозможно, поскольку музей так настолько уже был в ужасном состоянии. Зато мы нашли много воды. Ой, это хорошо. Отличная работа. Ой, хорошо. Так, а что там про реку было? Я так и не понял. Стоп, а Люк с кем-то шел или нет? Или он остался охранять? Я вот не помню. Там еще помню, что ушла... та это. Эй, Клем. Что? Не рад, что вернусь в целости и сохранности. Как ты себя чувствуешь? Страшно. Больно. Я бы хотел, чтобы Алвин был здесь. Алвин будет реально гордиться тобой прямо сейчас. Ты так думаешь? Why not? Я надеюсь, ты права. Я знаю, что это пустая трата времени, но я не могу перестать думать о том, что могли его спасти. Ты должна была его уговорить. Алвин говорил, что думает, что это будет девочка. Да? Этот большой дурак никогда не носил серьезно к этим вещам. Я думаю, что это будет мальчик.
Ты хороший ребенок, Валентина. Я рад, что ты приглядываешь за этим ребенком. О, так, я разберусь с этим. Так, я волнуюсь, что мы не скоро увидим Джейн. Можешь проверить? Да, иди проверь, я буду в порядке. Джейн, Джейн. Нет, на статую времени нет смотреть. Майк, Бонни. Бонито. Итак, давайте-ка мы с вами на этом завершим часть. Что ж, с вами был я, Глеб. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Увидимся в следующем видео.